своему завершению. Сегодня последний день, когда мы смотрим конкурсную программу. Сейчас мы посмотрим фильм «Джокер». Его представит целая команда. Режиссер и соавтор сценария Александр Каурых, актер Олег Толкунов и продюсер и соавтор сценария Сергей Охотин. Добрый день, уважаемые зрители. Спасибо, что вас так много. Это приятно. Всегда. Вот. И уважаемые жюри, надеюсь, что не будете судить очень строго. Наш фильм, как говорится, не два, не полтора, в прямом смысле этого слова, то есть не два часа и не полтора часа, всего час. Поэтому наберитесь терпения и досмотрите его, пожалуйста, до конца. Но мы следовали заветам Антона Павловича Чехова, точнее Антоши Чеханте. Будьте краткими. Вот, и, соответственно, мы, поскольку мы делали фильм по его рассказам, он у нас краткий. Вот. И как мы считаем, ну вот меня спрашивали несколько раз, а что ваш фильм, о чем, ну и так далее. Так вот мы все-таки думаем, в каждом фильме есть свои положительные, есть отрицательные герои, есть какое-то зло. И вот опять же, следуя советам Антоши Чеханте, Антона Павловича потом Чехова, мы не стараемся уничтожить зло физически, мы просто хотели его высмеять. Когда зло высмеяно, оно становится бессильным. Иногда это лучше, чем сила. Собственно, дальше я хочу представить своих коллег по группе, наш продюсер и соавтор сценария, автор идеи. Собственно, это его идея. Он нашел эти рассказы и предложил из них сделать сценарий, за что ему большой респект. Дальше он скажет сам. И точно так же скажет сам и наш актер, исполнитель главной роли Олег Толкунов. Ну, всем по очереди. Добрый день. Вас видеть и очень волнуемся, потому что вы одни из самых первых зрителей этого фильма. И мы надеемся, что вы будете к нам благосклонны. Работа над этим проектом началась в 1883 году, когда 22-летний молодой человек, который в журналах писал свои рассказы под псевдонимом Антоши Чеханте, написал этот рассказ «Женщина без предрассудков». И, написав этот рассказ, он к заголовку приписал слово в скобочках «роман». И вот мы с Александром долго спорили, что за этим словом «роман» стоит, и, в общем, из этих споров появился фильм. Поэтому то, что получилось, вы сегодня и увидите. Спасибо, и теперь я даю слово. Я, наверное, могу отвечать только за свою работу. Рассказывать о ней нет смысла, вы сейчас все увидите. Могу пожелать вам только приятного просмотра. Спасибо, что пришли. Спасибо всем. Давайте посмотрим. Спасибо.